Всем привет, всем доброго времени. Это снова запчасти на B3 Passat. Имеется у меня, ну мне не нужный, вот такой вот салонный свет раздельный. Маленький и большой. Он рабочий. Я его, смотрите, специально разобрал. Вот, внутрянка. Здесь ничего не осталось. Платку достал специально, чтобы вам показать, что на ней нету сгоревших деталей, что она рабочая, фирма Hella. Вот видите, все аккуратненько. Здесь все диодики целенькие, ни одного нету вздувшегося, ни одного нету сгоревшего. Это я снимал с машины донора. Вот теперь вторая сторона. На второй стороне, видите, пропаечка. Кто-то уже паял его. Делал, пропаивал. У кого-то уже была с ним проблемка. Почему она возникла, неизвестно. Вот тоже, видите, место. Вот здесь, вот сюда вот лампочки с патроном, увы, нету. И вот такая вот заглушечка. Сейчас я его соберу и вам в собранном виде все покажу. Ну вот, смотрите, я поставил платку. И теперь смотрите, раз, крепление целое. Вот, как бы вот так вот получше показать, вот так. Вот видите, целенькое, раз, крепление. Два крепления. Крепление платы, раз. Крепление платы 2. Переходим на другую сторону. Крепление платы 1. Вот она. И все. С этой стороны больше крепления платы нету. Тумблерочки. 4 контакта. И контакты тумблерочков. Так. Теперь мы включаем сюда вот эту вот защитную. О, не той стороной. Вот так она. Пазы. Вот так. В пазы она должна встать с одной стороны. И в пазы она должна зайти с другой стороны. Ладно, одной рукой сделать тяжко. Вот. То есть, видите, все стало. Вот здесь вот она в пазы зашла, как должна заходить. И два крепления, на которых она держится. Вот раз и два, которые я показывал чуть ранее. Вот. Вот такая вот деталька, если она кому-то нужна, цену смотрите в описании, спрашивайте, интересуйтесь, если что, могу отправить по стране. Также в описании видео, смотрите, я там покидаю ссылочки, у меня еще есть всякие запчасти и интересные видео на эту тему. Всем пока, всем добра!